刚站在青春的起跑线，有的人已走远，挥挥手我们相约在终点见。同样看过春夏秋冬的眼，同样怕你的脸，只是中间隔了几十年，相看两不厌。这不能停下的脚步，配合这一分钟六十秒的速度，这不曾停下的心跳啊，在人生起伏中共度，被岁月拉长的孤独，感谢你默默的付出。人生啊，我们都是初来乍到的一生，感情啊，我们都是一直难解的好梦。家人啊，我们都是义无反顾的簇拥。幸福啊，我们都是抱团取暖在风中。Сколько я сейчас на пляже. Здесь так здорово. Мы сейчас в Японии. Старые постройки здесь такие красивые. Хорошо, мне пора. Надо сфотографировать. Мы скучаем по вам. Увидимся в Китае. Хорошо. Увидимся в Китае. Что тут выставлять на показ? Интай! Ну же, пойдем тренироваться. Песик нас ждет. Я иду, подожди секунду. Я только что сварила кофе. Иду. Пойдем. Интересно. Перемести вправо. Интересно. Эта игра такая... Интересная? Продолжаем. Вы видели моего малыша? Собаку? Малыша моего внука. Го Сэншуана? Нет, это малыш, мой малыш. Это Сэншуан. Он флиртовал с женщиной. Поэтому его девушка увезла его. Я не верю. Мой малыш хороший мальчик, он не пойдет на такое. Послушай меня, он... Хватит, не раздражай ее. На случай, если у нее другая болезнь. Ну же. Продолжим. Куда пропал мой малыш? Я сказал, но ты не веришь мне. Иди проверь сама. Где он? Вон там. Иди туда. Они пошли туда. Туда? Давай продолжим. Ну же. Давай. Давай. Малыш. 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 Это апельсины, которые малыш купил для меня. Это апельсины, которые мне купил малыш. Здравствуйте, госпожа Ху. Извините, я слишком рано повесила трубку. Я забыла спросить вас об одном. Я не госпожа Ху. Я бабушка Гуй. Тогда вы должна быть ее подруга. Неудивительно, что она не часто к нам обращается. Кто-то ее сопровождает в Австралии. Австралия? Мы не в Австралии. Вы не в Австралии? Нет, мы находимся в доме престарелых «Солнечный свет».
Я забыла взять с собой телефон. Я принесу его, возьми его. Ладно, ладно, иди. Смотрите, она в доме престарелых. А вот наш бассейн. В нем лотос, смотрите. Видите? Это лотос. А там мы играем в шахматы и танцуем. Хотите посмотреть, я вас отведу. Почему дверь открыта? Где мой телефон? Куда я его положила? Что ж. Это мой лучший друг Бугаусин. Посмотрите на них. Им нравится играть в игры. Они играют в игры. Видите, разве это не хорошее место? Бабушка Гуччи, это Почему ты держишь мой телефон? Госпожа Ху, ваши пейзажи за границей действительно хороши. Попросили открыть камеру. О боже. О боже. Боже мой. Ты... Уходи. Что случилось? Вы просите ее уйти? Я попросила, и что? Все мы здесь живем. Давай сядем и поговорим. Верно? Вы это видели? Вы это видели? Это мой телефон. Почему она взяла мой телефон? Почему? Я... Прости ее. Прости. Она пациентка. Верно? Она пациентка. Тогда пусть идет в больницу. Почему она живет в доме престарелых? Почему она крадет чужой телефон? Я не крала чужой телефон. Какой марки твой телефон? Сколько он стоит? Она его сломала? Если она сломает его, ее сын купит себе новый. Она не бедная? Хватит нести чепуху. Что? Ты издеваешься надо мной. Вы все издеваетесь надо мной вместе. Кто издевается над тобой? Что ты сказала? О чем ты говоришь? Мы шутим. Не уходи. Как она могла так сказать? Я не запугивала тебя. Я не запугивала ее. Что случилось? Ты спрашиваешь, что случилось? Ты видел, что произошло? Это все моя вина. Хватит об этом. Интай. Все закончится, большая это беда или маленькая. Самое главное — наше тело. Интай! Я пойду и извинюсь перед ней. Госпожа Ху! Госпожа Ху, откройте дверь. Я хочу извиниться. Уходи! Я не хочу тебя видеть. Почему ты извиняешься? Посмотрите на ее отношение. Примет ли она твои извинения? Пойдем! Бугаусин, ты не можешь так говорить. На самом деле, бабушка Гуй первая допустила ошибку. Верно. Почему ты взяла ее телефон? Верно? Верно. Все ошибаются. Просто извинись. Я извинюсь. Тогда давайте заключим сделку. Если она продолжит кричать на нас, это не ошибка бабушки Гуй. Давай. Я прошу прощения, я извинюсь перед ней. Извинюсь. Госпожа Ху. Вы это слышали? Извиняться перед ней. Пойдем, бабушка Гуй, пойдем. Нет, нет, я прошу прощения, я извинюсь перед ней, извинюсь. Позвольте мне вам сказать. Бабушка Гуй, это не твоя вина. Почему она внезапно разозлилась? Это потому, что ее друзья узнали, что она притворяется, что за границей. Ей стало неловко. Что говорит старая поговорка? Чем больше хочешь выпендриваться, тем сильнее будет неловко. Она это заслужила. Что ты делаешь? Успокойся, успокойся. Вице-директору плохие новости, они дерутся. Дерутся? Кто дерется? Хумен, бабушка Го и Бугаусин. Я не могу четко объяснить, директора есть здесь нет. Идите и посмотрите. О нет, скорее. Если Умэй пошла с руководителем. Ну же, ну же. Пойдем. Парень по имени Сэншуан был забавным. Он крикнул о помощи, как только увидел меня. Как мне это сказать? На самом деле, я не хочу, чтобы это превратилось в простую формальность. В конечном итоге, ваш дом престарелых хорош. Проверяю я или нет, без разницы. Вы мне льстите. Я показываю вам внешний вид нашего дома престарелых в обычное время. Говорят, сложно удовлетворить любой вкус. Но нужно обслуживать столько стариков каждый день. Как можно заботиться обо всех? Иногда что-то идет не так. Но насчет безопасности и здоровья вы не ошибаетесь.
Что случилось? Госпожа Ху, успокойтесь. Не сердитесь. Она сделала это не специально, Сяо Мэй. Бабушка Гуй взяла телефон госпожи Ху и ответила на звонок подруге госпожи Ху. Госпожа Ху, директор Е, вы как раз вовремя скажите, кто прав. Она украла мой телефон и сняла все вокруг. Она его не крала. Почему ты так говоришь? Она... Мой телефон был в моей комнате. Она взяла его без моего разрешения. Вы говорите, это не воровство? Госпожа Ху, вы знаете о бабушке Гуй, она сделала это не специально. Она просто хочет вас пристыдить. Вы это слышали? Они украли мой телефон и вторглись в мою частную жизнь. Госпожа Ху, думаю, это небольшая проблема. Не усложняйте простую задачу. Подожди, что ты сказала? Это простая проблема? Я нахожу себе проблемы? Госпожа Ху, пожалуйста, не злитесь, это моя вина. Вот, съешь апельсин, успокойтесь. Уходи. Ты украла мой телефон. Ты смеялась надо мной. Ты взяла мой апельсин, чтобы дать мне. Нет, я не брала ваш. Это мой внук, малыш, купил мне это. Твой? Ладно, твой. Госпожа Ху, госпожа Ху, осторожно, бабушка Гуй. Успокойся. Госпожа Ху, вы в порядке? Вы... Госпожа Ху, не порежьте руки. Бабушка Гуй, сегодня вы совершили огромную ошибку. Сначала извинитесь. Я не буду. Она бросила апельсины, купленные мне внуком. Она плохой человек. Внуком? Твой внук умер. О чем ты говоришь? Это правда. Мой внук умер? Твой внук был брошен тобой и умер. Мой внук был брошен мной и умер? Вы все это знаете? Мой внук был убит мной? Бабушка Гуй. Бабушка Гуй. Вы все это знаете. Бабушка Гуй, посмотрите на меня. Только я. Я Сяо Мэй. Я не знаю. Бабушка Гуй. Бабушка Гуй. Посмотрите на меня. Бабушка Гуй. Кто-нибудь. Помогите! Помогите! У пациентки небольшое количество крови в головном мозге. Из-за разной степени энцефалопатии, пожилые люди более терпимы к кровоизлиянию в мозг, чем молодые. Однако она сейчас стара. Функции ее тела ухудшаются в разной степени. Мы не настроены оптимистично. Она очнется? Сложно сказать. Мы можем лишь стараться изо всех сил. Думаю, вам стоит позаботиться о ране на руке. Спасибо. Хорошо. Ты связалась с ее семьей? Да. Но он сказал, что занят, и у него нет времени заниматься этим. Чушь. Ему просто наплевать на свою маму. Не говори так. Поскольку умер внук бабушки Гуй, у нее никогда не было хороших отношений с семьей. Твоя бабушка сказала, что даже если бы бабушка Гуй умерла, ее семья вряд ли появится. Они слишком беспристрастны. Трудно сказать, кто прав. Он попросил маму позаботиться о его сыне. Но произошел несчастный случай, унесший жизнь его сына. Если это бы случилось с тобой, тебе тоже было бы грустно. Ты не вышла замуж, а не родила ребенка, поэтому тебе не понять. По крайней мере, он вовремя обеспечивал бабушку Гуй прожиточным минимум и никогда не откладывал. Значит, он заботится о ней, давая ей деньги? По крайней мере, он может дать ей деньги. Некоторые люди не дают деньги родителям.
бабушка. Медсестры приложили много усилий, чтобы вырвать его из рук бабушки Гуй. Потому что это апельсин, что ее внук купил для нее. Я не буду есть это. Я очень зол. Ладно, хватит. Думаешь, здесь недостаточно грязно? Я не наводил здесь беспорядок. Что вы думаете о Хумен? Она такая деспотичная и жестокая. Она совсем не добрая. Бабушка Гуй только взяла ее телефон. Она не простит ее и не отпустит. Она пыталась рассердить бабушку Гуй. И что? Бабушка Гуй сейчас в больнице. Она недобрая и нечестная. Если бы ты их не спровоцировал, были бы они такими сейчас. Хоу! Думаешь, Хумен права? Я не это имел в виду. Ты... Все несут ответственность за это. Все ответственны? Почему мы все несем ответственность? Хоу, расскажи нам, почему мы все несем ответственность? Ты не несешь ответственности? Боже мой, если бы я тебя не остановил, ты бы ударил ее. Я должен ответить за это. Я ее ударил. Я? Говоря об ответственности, скажи мне, ты кого-нибудь спровоцировал? Но Хумен укусил ее за руку. Скажи мне, почему? Гэ, послушай меня. Даже если она ее укусила, она сделала это не специально. Хорошо, ладно. Даже если она укусила ее не специально, позволь спросить, что она имела в виду под этими словами для бабушки Гуй? Она хотела рассердить бабушку Гуй. Она сказала, что бабушка Гуй убила ее внука. Она так сказала, да? Что она имела в виду? Ты прав. Интай сделала что-то не так. Но она сказала это не специально, чтобы рассердить бабушку Гуй. Она была в гневе. В гневе? Ладно, хватит. Я больше ничего не скажу. Хоу, теперь я понимаю. Ты Хумен? Кто? Глупый фанат. Перестань нести чепуху. Давай выйдем. Не делай этого. Что ты хочешь сделать, Хоу? Так, вы все... Будете моими свидетелями. Хочешь меня ударить? Я не брал с собой лекарства. Мое сердце болит. Он хочет меня ударить. Ладно, ладно, все, хватит. Богоусин, вставайте. Сейчас и так бардак, не усугубляйте его. Позвольте мне спросить вас, вы верите ей? Да. А дедушка Хоу? Поскольку вы все верите в ей, можете остаться здесь. Поешьте как следует и выпейте. Остальным займется Е. Продолжайте есть. Садись. Пятизвездочный дом престарелых. Прошу прощения, бабушка. Госпожа Ху, после того, как вы оделись, вы все еще выглядите элегантно. Люди, живущие в этом мире, должны быть элегантными. Думаю, вы уже знаете, зачем я здесь. Хотя я стара, я не запуталась. Есть что-то, что тебе не нужно объяснять мне. Чтобы избежать недоразумений, с таким же успехом я бы могла объяснить вам это.
Мы надеемся. До того, как бабушка Гуй вернется из больницы, вы сможете съехать на некоторое время. Мы не принимаем сторону бабушки Гуй. В конце концов, относительно того, что чувствуете сейчас вы и остальные, вы расстроитесь, если продолжите жить здесь. Хватит. Не уговаривай меня. После того, как я упаковала эти вещи, я уйду сама. Еще мы надеемся, что вы сможете сообщить нам свой адрес и контактную информацию после выезда, чтобы мы смогли связаться с вами в любое время. Сломано. Все сломано. Я знаю. Некоторые художники считают искусство всей своей жизнью. Но бабушка Гуй обычный человек, она этого не понимает. У нее есть только жизнь. Позволь спросить еще об одном. Внук бабушки Гуй умер из-за ее ошибки. Я лишь говорила правду. Часто ходите домой. Почаще ходите домой. Вы можете помочь? Мы здесь! Мама! Почему ты не сказала мне, что вернулась? Мама! Почему ты в темных очках ночью? Почему ты не включила свет? Я уехала всего на несколько дней. Посмотри, какой беспорядок ты устроил в этом доме. Что ты хочешь сделать? Мне теперь нет места. Стой! Завтра отправь от меня эту корзину цветов в больницу. Там имя и номер палаты. Почему бы тебе само не отправить? Не спрашивай так много, просто иди и отправь от меня. О боже. Почему она такая злая? Доброе утро. Ты пробыл здесь всю ночь, почему не поспишь еще? Я плохо сплю. В больнице легче. Мой дедушка хотел приехать сюда, он приготовил это. Но бабушка Гуй теперь ничего не может есть. Это тебе. Доктор, с вашей точки зрения... Причина, по которой она впала в кому, в том, что она была раздражена в этой ссоре? Эта ссора — главная причина. Я понимаю. Вы... Директор Е, верно? Разрешите представиться. Я ее... Сын? Вы сын? Почему вы здесь так поздно? Мы должны оскорбить его, раз он так поздно пришел. Вы, наверное, сын бабушки Гуй, верно? Я думаю, между нами возникло недопонимание. Разрешите представиться еще раз. Я друг семьи пациента. Здравствуйте. Я адвокат. Причина, по которой я здесь, в том, что мой поручитель, сын пациентки, хочет, чтобы я разобрался с этим. Подождите секунду, юрист? Я в основном знал травмы пациентки. Что касается того, что случилось в тот день, я хочу провести расследование и узнать больше.
Жертва? Почему вы называете ее жертвой? Так говорите, будто это дело об убийстве. Позвольте мне объяснить вам. Жертва — это не лицо, лишенное жизни. Пострадавшие — люди с телесными повреждениями и материальным ущербом. Насколько нам известно, бабушка Гуй в этом случае жертва. Вещи госпожи Ху были сломаны. Она тоже жертва. Еще одно. В то время директора Е укусили. Она тоже жертва. Ты прав. Хорошо. Умывальник достанется каждому из нас. Он говорит, что фея спустится на землю. Вы оба отойдите, отойдите. Господа, господа, помолчите. Послушайте меня. Это очень серьезный случай травмы. Я хочу, чтобы вы обратили на это внимание и отнеслись к этому серьезно. Что вы сказали? О чем вы говорите? Кто вы? Попросите ее сына приехать сюда. Его мать сейчас в больнице, а ему все равно. Послал сюда незнакомца поговорить с нами. Ну, дядя! Вы сказали, что это серьезный случай травмы, верно? Он прав. Давайте проверим, есть ли там нож или что-то в этом роде. Давайте проверим. Хорошо? Есть нож. Я еще не закончил. Не уходите. Кто спускается на землю? Дядя? Конечно, это я. Ты? Дедушки, я просто шучу. Он говорил о жертве. Ты сказал, это фея. Я стою здесь. Боже мой, мама! Хорошо. Я счастлив, что ты вернулась. Но не надо так пугать меня. Я боюсь тебя. Почему ты не спишь в своей комнате? Почему здесь спишь? Дочь Сикси собирается учиться в аспирантуре. Он попросил нас отпраздновать это событие, поэтому я выпил еще несколько чашек. Я не знаю, когда смогу отпраздновать что-нибудь в твоем случае. Мама, не надо упоминать то, что нас беспокоит. Мы можем просто жить мирной жизнью, как сейчас. Хорошо. Ты сделал то, что я просила? Что? Ты забыл? А, понимаю. Я сделал то, что ты меня просила. Ты ходил туда? Да. А ты ее видел? Конечно. Она попросила передать тебе привет. Что ты сказал? Насколько я помню, она впала в кому. Верно. Она впала в кому и очнулась. Она жива и здорова. Правда? Она такая старая и жива и здорова? Считаешь, она креветка-богомол? Я просто описываю ее. Ты давно играешь в опере, не понимаешь? Не будем разговаривать. Я хочу спать. Мне потом на работу. Она тебе ничего не сказала. Бесполезный мальчишка. Он ничего не может сделать. В соответствии с травмой пострадавшей, я составил список. Посмотрите. За исключением Хумен, которая несет основную ответственность за это, дом престарелых «Солнечный свет» также несет ответственность. Это произошло здесь. Мы должны взять на себя ответственность, но сумма денег слишком велика. Нет, директор Е, подумайте об этом. Учитывая, что потерпевшая не сможет позаботиться о себе в будущем, последующий уход, медицинское обслуживание, питание – все это требует денег. На тот момент стоимость будет намного выше этой цифры. Но согласно правилам дома престарелых, если вы получили травму по личной причине… Госпожа Е, вы знаете высший закон? Не знаю. Эта цифра рассчитана в соответствии с основными принципами гражданского права Китая. И о вашем регламенте упоминать не стоит. Но это... Ладно, хватит. Я излагаю обязанности, которые вы должны выполнять. Я не говорил, что вы должны заплатить нам деньги. Мой поручитель, сын бабушки Гуй, доволен вашим сервисом.
Поэтому перед тем, как я приехал сюда, он попросил меня не смущать вас. Но кто-то должен заплатить эту сумму. Кто это будет? Хумен должна заплатить. Так что вам нужно сотрудничать со мной. Но вы просите заплатить ее, это крупная сумма денег. Разве вы не пытаетесь ее пристыдить? Может, продолжим? Вы здесь директор. Вы не бодхисаттва. Я не буду компенсировать. Почему вы хотите получить от меня компенсацию? Вы меня шантажируете. Я это запишу, я подам на вас в суд. Госпожа Ху, он профессиональный юрист. Если он захочет шантажировать, вас улики не найдут. Тогда вы... А вы пытаетесь запугать меня вместе. Пожалуйста, успокойтесь. Если я сотрудничаю с ним, зачем мне тайно звонить вам? Хочу вас предупредить, что ситуация сейчас опасная. Вы должны действовать. Что вы имеете в виду? Действовать? Как я могу действовать? Вам нужно постараться, чтобы ее семья простила вас. Если они смогут простить вас, деньги не будут проблемой. Ее семья богата? Насколько я знаю, они богаты. Тогда они просто хотят меня простыдить. Они хотят меня оскорбить, да? О чем вы говорите? Я не буду компенсировать. Она не так серьезно пострадала. Кроме того, я не буду делать, как они сказали. Если они хотят подать на меня в суд, пусть делают это. В конце концов, я на пенсии. У меня много времени. Я могу пойти с ними в суд. Мой песик, откройте это для меня. Хорошо. Что с тобой случилось? Ты не наелся или кто-то запугал тебя? Ну уже, дай тебя обнять. Тетя, собачка, что с тобой случилось сегодня? Посмотри на царапину, что ты нанесла. Посмотри на это. Кто над тобой издевается? Мама! Мама! Мне только что звонил адвокат. Он сказал, ты причинила кому-то вред, и он требует компенсации. Не обращай на него внимания. Кто тебя ударил? Оставь меня в покое. Не трогай меня. Это они тебя ударили? Они хотят запугать тебя. Я вразумлю их. Все, посмотрите на меня. Посмотрите на меня. Позвольте мне сказать. Это беспринципный дом престарелых. Моя мама жила здесь меньше месяца, и кто-то ударил ее. Понимаете? Они такие неразумные и требуют от нас компенсации. Не говори здесь ерунды. Я позвоню в полицию, если ты не успокоишься. Звоните в полицию. Я позвоню, если вы этого не сделаете. Позвоните по номеру 110. Посмотрим, кто прав. Что ты сказал? Позвольте мне сказать. Однажды захотите пойти в дом престарелых, не идите сюда. Бугаусин, Бугаусин. Что ты делаешь? Не понимаешь, что я делаю? Он ругает нас у ворот. Они такие неразумные. Я вразумлю их. Гэ, послушай меня. Это просто лай собаки, не обращай внимания. Я, если он устанет, больше не будет ругаться. Ты о чем ты говоришь? Он сын Хумен. Положи метлу. Положи. Пойдем. Никакого солнечного света. Они неразумны и хотят, чтобы я выплатил компенсацию. Чон-цин, как они могли? Чего ты здесь кричишь? Идем домой. Не уходи, мама. Ты здесь вовремя. Пожалуйста, рассудите нас. Посмотрите, вот шрам. Такая элегантная дама. Как они могли ее ударить? Хватит. Хватит чепухи, вернись со мной. Мама, не бойся. Я должен отдать тебе должное сегодня. Позвони своему директору. Хватит. Не бойся. Я здесь. Больше людей будут издеваться над меньшинством, да? Ты сказал, что мы причинили ей вред. Тогда скажи, кто, где и когда нанес ей травму. Приведи доказательства. Скажи это, мама. Мне нечего сказать. Думаешь, мы все трусы? Вы можете быть неразумными. Мы тоже. Правильно, мы неразумны. Мы не выплатим компенсацию, вы должны нам компенсировать. Что, если я не выплачу? Позвольте мне сказать вам, если вы не компенсируете, мы вызовем полицию. Не бойся. Пойдем. Хорошо, пойдем, мама. Следуй за ней, не бойся. Я разоблачу это. Гоцин, я с мамой в машине директора «Солнечный свет». Правильно, девушка на видео. Если мы пропадем, можете позвонить в полицию и поймать ее. Затем загрузите это видео в интернет. Выключи это. Что такое? Тебе не стыдно? Я думаю о собственной безопасности, ясно?
Замолчи. Врач сказал, даже если бабушка Гуй очнется, у нее высокий риск развития симптомов инсульта. В будущем она сможет сидеть только в инвалидной коляске. Раньше у нее было слабое здоровье, это не проблема. Заткнись. Сын бабушки Гуй хочет, чтобы ты заплатил. Я хотела обратиться к вам с просьбой. Но бабушка Гуй впала в кому. Вы не навещали ее. Так что я не могу к вам обратиться, они думают, что вы совсем не раскаиваетесь. Если хотите звонить в полицию, сделайте это. Хорошо, теперь мы ничего не можем сделать. Мы не будем звонить в полицию. Моя травма не связана с бабушкой Гуй. Ты должна быть устала? Ты устал больше. Ты был с ней всю ночь. Когда раньше меня беспокоила бабушка Гуй, я был раздражен. Но теперь я так надеюсь, что она сможет очнуться. Надеюсь, она сможет ущипнуть меня за лицо, попросит купить ей апельсины, снова назовет меня Догги. Она даже может звать меня Дог. Верно, если бы она не попала в больницу, я бы не знала, что ты такой сентиментальный. Ты видел? Хумен – дерзкий человек. Но сегодня… Думаю, она немного чувствовала себя виноватой. Значит, в ней еще есть человечность. Почему ты всегда так злишься? На самом деле, они оба очень жалкие. Хумен жалкая? Ты когда-нибудь читал книгу «Человек в футляре»? Здесь был человек, независимо от того, солнечно или дождливо. Он будет вооружен по самые зубы и выйдет на улицу. На самом деле, у каждого из нас есть оболочка. У Хумен есть раковина, у бабушки Гуй тоже. Как у тебя. И у меня тоже. У всех она есть. Но они пробивали и сломали раковины друг друга. Поэтому бабушка Гуй попала в больницу. Хумен тоже получила травму. Я не понимаю. Ты хочешь промыть мне мозги, чтобы я поверил в ее невинность? Я метаю бисер перед свиньями. Здесь бессмысленно судить, кто невиновен. Потому что сейчас все вышло из-под нашего контроля. От 3 минут до 3 минуты 30 секунд. Затем нагрейте на среднем огне и используйте средний огонь. Хорошо. 8. Боже мой, ты готовишь? Ты готовишь рассыпной пирог? Сегодня солнце встает на западе? Расслабься, солнце не взойдет на западе. Лучше проверь для меня время. Вкусно? Вкусно. Рассыпной пирог, золотистый и хрустящий. Вкусно? Посмотри на себя. На самом деле приготовить несложно. Ознакомься с рецептами и инструкциями, тогда получится. Вот, ешь больше. Если бы ты готовила для меня, когда я был маленьким, наши отношения были бы более мирными. О чем ты говоришь? В молодости я углублялась в свою профессию. Иначе смогла бы я сегодня добиться таких достижений. Я хочу кое-что с тобой обсудить. Говори. Я хочу продать дом. Хорошо. Hit all hit.
而我的记忆还停留。